Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Прошла неделя, ну дней 8 после того, как мы кастрировали кабанчика. Сейчас мы заглянем к нему и посмотрим, как у него зажила рана. И, в принципе, его можно будет уже отдавать, от мамы отлучать. Потому что сразу после того, как отлучаешь, кастрацию лучше не проводить. Это будет большим стрессом для поросенка. Поэтому мы выждали немного времени. Специально там попросили нас кастрированный нужен был кабанчик. Так как у нас, как скажем, необмежены возможности кастрации маленьких поросят. Ввиду наличия собственного ветврача. Поэтому операцию провели быстро, безболезненно и в срок. Через неделю сейчас мы будем проверять, что там у него с раной. Ну, по идее, должно все зажить. Никаких осложнений не было, ни опухал, ничего. Один раз обработали присыпкой для ран, с едоформом. Сейчас мух нету. В общем, не загноилась, муха не отложила там ни... Не зачервилось, ничего, никаких проблем вообще не было. Все супер. Поросенок полностью готов к продаже. Сейчас заглянем ему под хвост. Итак, давай лови поросенка. За задние ноги, как обычно. Все, поднимаю на свет. Вот. Да, вот так вот. Ну, как видите, разрез все практически зарубцевалось. Там чуть-чуть может что-то. Даже следа особо не останется. При том, при всем, что два яйца было, все как положено, и два яйца вытащили в один разрез. Не зашивали ничего, обработали этим самым едоформом, порошком, присыпкой самой дешевой. И вот, ну, возьми его, чтобы было видно, какая, ну, на ручке возьми его нормально. Смотри, смотрите, какой лысый мужик. Замечательный поросенок, нигде он ни в росте не стопорнулся, ничего на него плохо не повлияло, яева отвалились, даже лучше начал расти и кушать. Поэтому классно все, видите, такой будет пытренчик хороший вырастет у нас, не у нас, у людей уже. Поэтому ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Как видите, операция несложная. Вот тут ссылка, как мы кастрировали его. И вот это вот видео, каким он стал через неделю, ранка зажила. Никаких проблем не возникает в раннем возрасте. Все это делается очень хорошо. В месячном возрасте замечательно переносят. Единственное, конечно, лучше придержать, сразу не отлучать для них стресс. Да. И либо отлучить, недельку подождать и только после этого производить кастрацию. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.